Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Светлана Рай на даче. Сегодня подошло время посева петуний. И вот такие сорта мы сегодня будем с вами сеять. Это очень сорта для меня как бы новые. Гигантские каскадные петуни Тайфун, Сильвер F1 и Черри F1. Вот такие Джоконда, мини-неоновая Джоконда F1, смесь окрасок и Джоконда синий бархат. Дорогие друзья, вот посмотрите, я здесь уже замочила в кипятке. Они у меня уже пропарились, наши замечательные вот эти вот таблетки. И теперь я беру вот этот свой ящичек, вот такой использую ящичек, и в этот ящичек буду раскладывать вот эти таблеточки. Так, они такие горячие, а что поделать? Почему я делаю такие горячие? А потому что, чтобы вся зараза, которая, скажем, там была, все это протравилось. Ой, правда, очень горячие. Вот. И вот так я буду выкладывать все таблетки. Пока я выкладываю, они остынут. Друзья мои, наши таблеточки, вот видите, я все выложила. Так, вот так земельку хорошенечко пальчиком все утрамбовала. Так, и теперь вот здесь у меня в чайничке, вот посмотрите, раствор фитоспорина. Вот, таблетки уже остыли. Сейчас я вам пониже на... Вот так, наверное, сделаю, чтобы вам лучше было видно. Вот, смотрите. Здесь у меня фитоспорин. Я развела такой довольно-таки, как чай, такого цвета. И теперь все эти наши таблеточки проливаю фитоспорином. Чтобы у нас не было черной ножки. Вот, и наши растишки росли крепенькими и здоровыми. Вот так я все проливаю хорошенечко. Даже, наверное, еще и добавлю сюда. Вот. Здесь у меня ровно 20 таблеток. Но этого мало, конечно. Немного я не подрасчитала. И вот смотрите. Надо, конечно, как следует хорошо все это уплотняем. Чтобы наша таблетка, ой, наша семечка, которая находится в грануле, не провалилась, а легло хорошо. Вот так вот. Хорошо все пальчиком я утрамбовываю. Пальчиком почему? Потому что пальчик лучше чувствует. Вот. И почему я так налила водички туда? Потому что мы сейчас посеем, закроем. Вот здесь такое углубление. Мне не нравится, когда сильно такое углубление. Вот. И уже не будем их трогать, пока у нас не взойдут растишки. Так, теперь что мы делаем? Вот здесь у меня две пробирки. Сейчас на время отставлю. Теперь я высыпаю. Что-то совсем 5 штук. И тут высыпаю. Вот. Что-то совсем мало, совсем. Должно быть 10 штук. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все верно.
Так, и теперь мы будем делать, сделаю палочкой вот такие небольшие углубления. Сейчас я увеличу вам. Вот такие вот небольшие углубления. Вот. Но их надо хорошенечко утрамбовать. Вот. Чтобы наши растишки хорошо так там себя чувствовали. А потом уже в процессе роста, как они взойдут, окрепнут, мы их немножко окучим. Вот. Ну вот, дорогие друзья, я подготовила все наши таблеточки. Вот здесь еще немножко надо вот так вот сделать. Ага. И теперь мы будем каждое зернышко высаживать по одной штучке. Если где у нас места не хватит, будем высаживать по две. Вот. Палочку я сильно не смачиваю, а так вот ее промокну сейчас. И вот, иначе у нас... И вот так вот я раскладываю наши семечки. Вот так вот. Я не знаю, вам видно или нет. Но вот семечки очень хорошо ложатся. Вот так вот. Замечательно. Я все сорта эти смешала, белый и красный, так как они, в общем-то, одинаковые. Вот. Я их смешала. И вот этот ряд у меня будет... Вот такой. Так, дальше. Наверное, и этот ряд получится. Ничего страшного. Потом высадишь, все равно будет все красиво. Вот так вот. И вот так. Вот, мы посадили наши замечательные семечки. И теперь будем брать другую ампулу. Так, какие же мы посадим? Это тоже, так, мы возьмем, которые побеги до метра. Вот, джоконда многоцветковая. Сейчас возьмем такую джоконду и посадим. Так, ну что-то они так запечатаны. Вот, здесь достаточно семян. И опять смачиваем нашу палочку, немножко промакиваем ее потом. И вот так наше семечко раскладываем. У меня очень много сортов, и мне, конечно, этого одного ящика никак не хватит. Вот. И придется мне высевать не в таблетке, а, наверное, просто в ящичке. Вот. Ну, посмотрим, может, еще в таблетке. Это только первый этап, потому что семян очень-очень-очень у меня много. И петуньи много. Так, ну и, наверное... Так, какая еще тут у нас... Ну, и, наверное, вот этот синий бархат посадим. Так. Ну вот, друзья, осталось у меня здесь две штучки. И я все-таки решила, нашла, которые более такие длинные у них плети, чтобы знать, что у меня вот в этом ящичке все длинноплетистые. И это, ой, и это у нас ампельная триколор, вот такая, вот, у нее тоже плети до метра,
Так, я вот уже здесь две положила семечки. И теперь мы их тоже раскладываем. Вот так вот сюда. И сюда. Ну вот, справились. И теперь я вот пока их раскладывала, они уже все растаяли. Туда я палочкой больше не трогаю ничего. Сейчас просто мы возьмем их и пшикнем несколько раз. Так, друзья мои, вот здесь у меня раствор эпина я навела. Вот. И чтобы наши растишки адаптировались. Сейчас я брызну. О! И вот так несколько раз я их прибью. Просто я их прибиваю. Повыше поднимаю, чтобы наше семечко прилегло к земле. Вот. И здесь вот я заметочки поставлю, что это у нас посажено тайфун. Серия тайфун, сильвер и черри вот с этой стороны. А здесь у нас вот всего две семечки. Это вот такая ампельная смесь окрасок. Подпишу. И все это мы вот так вот накрываем. Так, сейчас я убавлю. Все это мы накрываем вот так. Вот. И ставим на самое светлое место. У меня очень солнечное теперь окно, солнце светит ярко. Наши таблеточки еще теплые. Я даже вот здесь их сейчас немножко заклею скотчем, чтобы вот эта чашка была как бы немножко герметична. И все, наш посев готов. И теперь мы только благословим наши растения, чтобы они росли и радовали нас. Дорогие друзья, это первый этап посадки петунии. Если вам понравился такой способ, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Следующее видео будет про второй этап посева петунии уже другим способом. Всем пока-пока, до новых встреч!